Алексей Немов – самый титулованный российский гимнаст, собравший на трех олимпиадах уникальную коллекцию из 12 медалей. Он четырехкратный олимпийский чемпион. В историю олимпиад он вошел не только как выдающийся спортсмен, но и чье выступление в Афинах в 2004 году изменило действующую систему оценок в мужской гимнастике. Алексей приехал на родину олимпиад в ранге явного фаворита, несмотря на полученную перед соревнованиями травму. Однако его выступление на перекладине со сложнейшими элементами, включая связки из трех перелетов Ткачева и перелета Гингера, было омрачено скандалом. Судьи выставили явно заниженные оценки. И тогда впервые в истории гимнастики возмущенные зрители в течение 15 минут свистели и кричали, не давая продолжить соревнования. Даже после того, как растерянные судьи, опять же впервые, нарушили правила, скорректировав оценку Алексею Немову, весь зал продолжил их освистывать, и соревнования были под угрозой срыва. И вновь, впервые в истории олимпиад, участник вышел на помост и стал успокаивать аудиторию. Может быть, сейчас сильный протест. Видите, сейчас даже Немов просит успокоиться, чтобы дать возможность гимнастам остальным доработать. Авторитет Алексея Немова и любовь к нему у зрителей были такой силы, что многотысячный стадион пошел навстречу своему любимцу. Сейчас четырехкратный олимпийский чемпион совершает турне по России, привлекая внимание молодежи к гимнастике. Он проводит олимпийские уроки с показательными выступлениями, встречается с юными спортсменами. Воронеж в его поездке знаковый город, так как долгие годы он выступал за сборную России с выдающимся воронежским гимнастом, олимпийским чемпионом Николаем Крюковым. А Воронежская детско-юношеская школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Штукмана знаменита на весь мир. Ее воспитанники, двукратные олимпийские чемпионки Тамара Заматайлова-Люхина и Любовь Бурда, были звездами советской гимнастики. После масштабной капитальной реконструкции школа имени Штукмана обрела второе дыхание. Конечно, все всегда хотят, чтобы у нас было все хорошо и глобально. Но я думаю, что те вещи, которые сегодня здесь есть в Воронеже, и то, что мы проговаривали вчера с Алексеем Васильевичем Гордеевым, я думаю, это очень хорошая тенденция для того, чтобы развивать гимнастику в городе Воронеж, потому что у вас, ребята, есть хорошая традиции, которую нельзя прекращать, просто потому что у вас супер люди, которые все это делают. Очень неожиданно видеть такого спортсмена тут. Вот. Очень приятно. Я считаю, что большая удача увидеть олимпийского чемпиона у нас в зале. Мне понравилось. Да. Я считаю, что хорошо, что он приехал. Хорошие впечатления. Вы с ним общались, какие-то вопросы задавали, что вас интересовало? Да нет, он просто так, спрашивал, да, как жизнь там, вот так. Он все. Заходил, мы втроем занимались в другом зале, а директор с Немовым зашли к нам, спрашивали, как жизнь, нравится ли нам спорт. Мы, конечно, отвечали то, что да. Да, какие, зал, как понравился. Мы говорим, да, все хорошо. Хотите достичь таких же высот? Конечно. Желательно.